1 килограмма начали. Максим Егорочкин, Орловская область. Нюргун Скрябин, Республика Саха, Якутия. Внимание! Призеры весовой категории до 86 килограммов и тренер победителя Анзур Апшев пройти к месту сбора для выхода на награждение. Награждение проводят заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр Александр Николаевич Иванов. Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Арсен Сулейманович Фацаев, заместитель генерального директора Республиканской инвестиционной компании Иннокентий Николаевич Амосов. Внимание! После этой схватки состоится награждение победителя и призеров, а также тренера весовой категории до 86 килограммов. Просим пройти на построение. Борец в красном трико Максим Егорочкин. Команда Орловской области. Максиму 22 года, мастер спорта. Тренеры Антипенков и Гавкин. Максим 8 лет занимается борьбой. Чемпион России 2016 года среди студентов. Бронзовый призер первенства России среди юниоров. Борец в синем трико, представитель Республики Саха-Якутия, Нюргун Скрябин. Нюргуну 26 лет, мастер спорта международного класса. Борьбой занимается 10 лет. Первый тренер Гаврил Игнатьев. В настоящее время тренируется у Кирилла Захарова. Нюргун Скрябин, победитель международного турнира Golden Grand Prix Иван Ерыгин 2016 года.
Уважаемые зрители, завтра заключительный день соревнований. Начало соревнований в 10 часов утра. В 16 часов финалы. На ковры выйдут представители еще двух весовых категорий до 65 и 97 килограммов. В 16 часов завтра финалы и закрытие чемпионата. Внимание! Работает только одно табло, которое обращено к зрителям. Вот сейчас и второе заработало. Come here, man.